Главный гость нашего обзора – новая компактная камера A3300. Старшая модель линейки PowerShot компании Canon. Новинка приятно радует стильным экстерьером и яркими цветовыми вариантами. Но какими техническими показателями сможет удивить нас эта модель? В комплекте камеры идут аккумулятор, зарядное устройство, шнурок на запястье, инструкция и диск с программным обеспечением, а также два кабеля, USB и аудио-видео. Свежий, яркий дизайн выгодно выделяет эту модель из ряда однотипных компактных конкурентов. Приводит в восторг и буйство цветовых оттенков. Есть красный, синий, розовый, серебристый и классический черный. Каждый без исключения пользователь найдет себе расцветку по вкусу. Эта прямоугольная модель тонкая, легкая и при этом эргономичная. Матовое покрытие уберегает ее от следов и царапин, а металлический корпус от любых испытаний и побоев. Новая камера стала не только красивее внешне, но и удобнее в использовании. На задней панели нашлось место для джойстика и 4 функциональных кнопок. И это несмотря на то, что большую часть поверхности занимает ЖК-дисплей в 3 дюйма. Сверху находятся кнопки включения и спуска затвора, а также колесико переключения режимов съемки. Там же и регулятор приближения. Снизу отсек для аккумулятора и карт памяти. Разъем USB и аудио-видео производитель поместил справа и спрятал под надежной заглушкой. В новой камере матрица выросла до 16 мегапикселей, а максимальный размер фото до 4608x3456 пикселей. Теперь даже при печати больших размеров картинка будет отличного качества. А широкоугольный 28-мм объектив с 5-кратным оптическим увеличением снимает любые ограничения. Хочешь — фотографируй портреты, хочешь — снимай пейзажи. Теперь доступна также качественная макросъемка. Фотоаппарат имеет 7 предустановленных режимов. Easy Mode специально для новичков. Камера возьмет на себя все настройки. Program Mode для более опытных пользователей. Это по сути ручной режим. С ним контроль съемочного процесса становится тоньше, а результат приятнее. Наличие оптического стабилизатора сведет к минимуму испорченные кадры. Помимо всего этого, имеется функция распознавания лиц в кадре и 6 интересных эффектов съемки. С видео A3300 также справляется на ура. Разрешение роликов теперь 1280x720 пикселей. И это великолепный показатель. В новой линейке PowerShot модель A3300 явный лидер. И качество у этой камеры поистине лидерские. Она может справиться с любыми задачами. Для этого у новинки есть все, что нужно. А среди конкурентов это устройство занимает уверенное первое место благодаря удачному соотношению цены и качества. К тому же теперь фотоаппарат и видеокамера не только помещаются в одном устройстве, но и в одном кармане.